Всех приветствую, мои дорогие волшебные. Начинаем снимать прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака. Сегодня я, как всегда, со своим помощником. Сегодня у нас очень много нового будет. Во-первых, формат немножечко я поменяла, да, решила показывать лицо. Во-вторых, ну, как всегда, мы пьем кофе. Ну, как мы? Мы-то пьем, а вы тоже наливаете себе. И вот такая у меня пришла мысль, что в ноябре месяце почему-то мне хочется больше сделать для девочек. Буду использовать маг-карты уже не первый раз. Загадывайте для себя вопрос на денежную тему. Почему-то вот месяц ноябрь мне ощущается, что мы должны выяснить этот вопрос, через что девушка может зарабатывать, да? Ну, это будет первая у нас карта. И, ну, как всегда, событийно смотрим и финансы посмотрим, что нам там. Если будет выходить любовь, то любовь тоже захватим немножечко с собой. Смотрим финансовые. Как это сказать, ресурс для девочек, раков. Посмотрим, что у нас тут. Маг-карты подскажут девочкам ракам. Посмотрите. Так видно, если... Но я все равно сделаю вам фото, чтобы было видно. Ну, пока видео записывается, можете подумать, посмотреть, в чем ваша финансовая состоятельность, скажем так, из чего бы можно было взять ресурс на финансы. Все остальное смотрим для всех. Для мальчиков, для девочек, для всех. Так, событийный план. Что ноябрь готовит ракам? О-о-о-о-о-о! Так, это вот сразу ваше. Раки, а что вы так торопитесь-то? Я не поняла сейчас. А что такое? Что тут? Ох ты! Ох ты, ох ты! Вот все вытащила ваше. Все, что упало, все ваше. И не буду ничего нового придумывать. И доставать. Смотрите. Облака. Парк. Легкая добыча. Ну и конец месяца у вас, конечно, просто шикарен. В начале месяца все так легко и непринужденно. Хочется гулять, наслаждаться этой жизнью. Легкость, я бы так вот сказала, да? И вот вам, пожалуйста, завершение месяца. А что такое после Луны почему-то? Получается и распутье, и воин, и коса. В ноябре месяце вы считаете, что вам все легко достается? Да, но окружающий мир покажет, что это совершенно не так. И поставит вас в такую ситуацию, в котором вам придется делать выбор. Это, ну, безвыходная ситуация. Избежать ее нельзя. Перед выбором вас жизнь поставит. И получается, здесь пойдет выбор. Либо вы берете себя в руки, да, показываете всю свою силу и идете намеченным путем там своей дорогой или
не отступаете от своей дороги. Да, либо вы поддаетесь обстоятельствам, скажем так, складываете лапки и все. На окончании выпала вам, конечно, коса, но она такая безликая, что я бы сказала, что пока в этой ситуации нету, но она не обрисовалась еще так, как вы только входите в нее, и у вас, получается, вас только поставят перед выбором, пока ситуация, мы не знаем, как развернется. Ну, как бы она не развернулась. Ой, либо слезами, либо, знаете, как бы святой водой отлиться. Что-то такое. Как так вот так все вот. Как-то так все непросто в ситуации разворачиваются у вас. Раки, но это, не забываем, что это общий расклад для всех. Ну, в вашей жизни может это не проиграться. Может быть, это не такая будет грозная ситуация, когда все прям хватаемся за голову и не знаем, куда бежать. Может быть, вообще вы будете думать, какой мне платьишко купить. Или машинку мальчикам. В кредит я влезу или своими финансами обойдусь. Но это как бы не точно. Смотрим как раз финансы для раков, что же они нам тут предвещают. Двойственное состояние продолжается у вас и в финансах. Вроде да, вроде нет. Может быть, поступит какое-то предложение объединиться с кем-то, но там тоже будет непонятно, то ли нужно, то ли не нужно. Все нужно будет проверять. Ну, либо такие небольшие деньги, которые, ну, ни туда, ни сюда, в общем-то. Да, выход из ситуации вам все равно придется искать, брать на себя ответственность, брать на себя обязательства какие-то в финансах. Склоки, ссоры, скандалы по этому поводу явно будут. Ссоры, склоки, скандалы явно будут. Выход из ситуации найдете, но нервы потрепят. Финансы, нервы вам потрепят, и нужно будет принимать какое-то решение. Либо обнуляться, да, то есть либо отказываться от того предложения, которое вам идет. Либо... Ну, которая вначале выпала нам предложение. Ну, то есть, либо отказаться от него. Ну, очень хорошо подумать на эту тему. Потому что может быть настолько тяжело, что... Ну, стоит ли эта игра свеч, стоит ли это делать или не стоит. Вот такой непростой месяц уроков.